Недавно Хидео Кодзима рассказал, что у него есть ряд идей, основанных на актере Мэтсе Миккельсене. «У меня есть ряд идей, которые я хочу реализовать с Мэтсом в качестве главного героя. Однажды я рассказал о них Мэтсу. Он внимательно слушал, но когда я сказал ему название, он рассмеялся. Он, похоже, подумал, что я шучу, однако я был серьезен. Предварительное название было «Мэтс Макс». Казалось бы, что речь идет о постапокалиптической игре, ведь название явно отсылает к безумному Максу. Но оказалось, что это не так. Хидео Кодзима раскрыл немного подробностей о проекте, рассказав, что Мэтс Макс никак не был связан с безумным Максом, а события разворачивались бы в будущем, где главными персонажами выступили напарники-полицейские. Очень похоже, что Кодзима замыслил переработать свою игру Police Nuts, вышедшую в Японии в 1994 году, весь сюжет которой вы можете посмотреть в нашем игрофильме, ссылка в описании и прикрепленном посте. Пока не ясно, собирается ли Хидео продолжить развивать свою задумку и превратить ее в полноценную игру с Мэтсом Миккельсеном в одной из главных ролей. Также хочу напомнить, что сейчас Хидео Кодзима готовит режиссерскую версию Death Stranding, которая выйдет 24 сентября только на PlayStation 5. А также в ближайшее время будет выпущен заключительный авторский трейлер к игре, который, если быть точным, будет выпущен 8 сентября в 10 утра по московскому времени. В режиссерской версии будут наблюдаться следующие добавления. Новая сюжетная линия, стабилизаторы, которые помогут вам планировать после прыжка с высоты, грузовые пусковые установки, чтобы отстреливать посылки на большие расстояния и возможность сопровождать их при помощи дронов. Бодибот – небольшой робот, который будет идти за вами и нести ваши драгоценные посылки. Навигация с искусственным интеллектом, которая перенесет игрока куда угодно. Новое оружие и стрельбище, чтобы протестировать его и побороться за высокие баллы с другими игроками. Новые противники, мотоциклетные гонки на время с другими игроками по всему миру, 8 новых музыкальных треков, переигрывание битв с боссами по вашему желанию и новые задания. Также до нас дошли новости о том, что серверы Metal Gear Solid V перейдут в автономный режим в начале следующего года. Прошло уже немало лет с момента выхода MGSV, The Phantom Pain. Игра была довольно противоречивой, особенно в том, что касается ее концовки, но она все же набрала довольно немалую армию новых поклонников Metal Gear Solid и солидную базу игроков в целом. С мест сообщают, Konami прекращает онлайн-поддержку Metal Gear Solid V, The Phantom Pain и Metal Gear Online на PlayStation 3, Xbox 360 и 1 марта 2022 года игра будет удалена со всех цифровых витрин, затем 31 мая серверы отключатся. Кроме того, внутриигровые покупки и микротранзакции уже отключены. Excellent Snake.